Тверской области закупят автомобили скорой помощи, компьютерный томограф и другое медицинское оборудование для учреждений здравоохранения. Вопрос обсуждался на заседании бюджетной комиссии, которую провел губернатор Игорь Руденя. Напомним, что из федеральной казны нашему региону предоставлено более 80 миллионов 300 тысяч рублей на борьбу с коронавирусом. Благодаря этим ассигнованиям для Оржевской центральной районной больницы планируется приобрести компьютерный томограф. Предусмотрена закупка увлажнителей кислорода для инфекционных госпиталей, газификаторов для Конаковской и Калининской ЦРБ, пульсоксиметров для амбулаторного звена. Для областных клиник, а также для регионального лечебно-реабилитационного центра прикроватные мониторы. Также будет закуплено 9 машин скорой помощи для муниципалитетов Верхневолжья. На эти цели направят свыше 24 миллионов рублей бюджетных средств.